Тюмени завели дело на компанию, которая продавала георгиевские ленточки. Напомним, главный символ Победы должен распространяться бесплатно. Обычно накануне 9 мая георгиевские ленточки раздают в крупных торговых центрах всем желающим. Но в одном из магазинов их положили на витрину с ценником 7 рублей за метр. Акция под названием «Георгиевская ленточка» является объектом интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат Наталье Лосевой. Согласно кодексу георгиевской ленточки, она является символом праздника Дня Победы и распространяется бесплатно. По закону изготавливать и распространять ленточки могут только организаторы акции. Остальным грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Подобный случай был в Тюмени в 2009 году. Тогда предприниматели продавали символ Победы по 15 рублей за штуку.